Всем привет! С вами Илья Слейд и канал Эльдорадо. В руках у меня 10-я галактика. Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus керамика. Лимитированная серия. Я визуал, поэтому данный смартфон покорил меня с первых секунд. Вы только посмотрите на эту стильную керамическую панель. Во-первых, это приятно тактильно. Во-вторых, корпус сверхустойчив, а значит, вы сможете спокойно кидать свой смартфон в сумку, не глядя. Но вы же не будете. В-третьих, телефон смотрится эффектно и дорого, но при этом линейку Galaxy можно опознать без труда. Ключевое отличие этой модели, помимо керамического корпуса, устойчивого к царапинам, это 1 терабайт внутренней памяти. Если и этого покажется мало, хотя лично мне непонятно куда еще больше, так вот, объем можно расширить еще на 512 гигов с помощью карты microSD. Хочется отметить и иммерсивный экран. Самое заметное, вот уже почти исчезнувшая рамка вокруг экрана. Разработчики отказались от лишних элементов, чтобы нас с вами ничего не отвлекало от происходящего на экране. Довольно эффектно выглядит камера, встроенная прямо в матрицу дисплея. Картинка яркая, сочная, но при этом реалистичная. Диагональ у этой модели 6,4 дюйма. Переходим к камере. Эта модель обладает аж 5 модулями. 2 спереди и 3 с внешней стороны. Основная фронтальная камера, а их 2 светлая. Это уже очень хорошо. Плюс она поддерживает запись видео в 4К. Еще вы можете делать свое лицо в цвете, а фон в ЧБ. Что получаем? Стандартный угол, привычный для нас с вами, оптический зум, суперширокий угол. Итак, следующий ништяк флагманской галактики — это беспроводная зарядка PowerSharing. Понимаете, да? Не нужно иметь миллион шнуров и тем более носить их с собой. Смартфон заменяет внешний аккумулятор. Я считаю, это круто. Сканер, встроенный в дисплей, работает в разы быстрее, потому что датчик ультразвуковой. Так, что у нас дальше? А, новый уровень безопасности. Ультразвуковой сканер отпечатка. На самом же деле мы получаем новый уровень защиты, который невозможно обойти даже высококачественным слепком или муляжом, изготовленным на 3D принтере. Чего? Объясняю. Были случаи, когда фронталку можно было разблокировать не только лицом владельца смартфона, но и его фотографии. Теперь ваш смартфон не обманут никак. Из новенького AI-оптимизация. Работа 24 часа. Эта умная моделька будет изучать то, что и как вы делаете на смартфоне, и экономить энергопотребление на приложениях, которые вы не используете. И самое крутое, что не надо ждать выхода модели и стоять в очереди. Данную модель можно купить в любом из магазинов сети Эльдорадо. Либо заказать на сайте eldorado.ru и забрать через 30 минут. И это кайф. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Эльдорадо и будьте в курсе новинок. Эльдорадо. Людям выгодно.